опять на помойке. Тут очень много крыс. И огня. Полигон бытовых отходов вновь заполыхал этой ночью в Актобе, уже в 8-й раз подряд с начала года. По словам специалистов, мусор загорается сам по себе из-за тления на глубине в 10-15 метров. Проблему решить не могут уже 8 лет подряд, возмущаются экоактивисты. В последний раз власти обещали к концу июня законсервировать полигон, а все отходы вывозить на новое место. Однако до сих пор так ничего и не сделано. В текущей ситуации массовая засыпка полигона информация вот отдела ЖКХ не состоялась. Сейчас снова объявили лот. И по итогам конкурса будет установлен новый подрядчик. Замеры воздуха возле полигона проводят регулярно. На этот раз содержание вредных веществ оказалось превышено в 1,5 раза. Теперь экологи намерены действовать решительно. Департаментом в данный момент готовится материалы в суд об аннулировании экологического разрешения ТУВ-ТАБАС Актобе. Это основной документ, который дает им разрешение на деятельность, на проведение деятельности. А аннулирование этого разрешения, да, оно полностью приостановит работу данного полигона. Каким последствиям приведет такая мера, специалисты пока не представляют. По сути, полигон останется бесхозным. К слову, компанию, в доверительном управлении у которой находится площадка, уже неоднократно штрафовали за пожары. Кроме того, выяснилось, возгорание происходит в том числе из-за того, что компания не соблюдает условия по сортировке отходов.